Всем привет! Вы на канале Спайда Азат. Сегодня я буду показывать, как собирать человека-паука из лего, если у вас нет нужных деталей. Берем нужны вот такие детали. Берем вот такую вот деталь. Берем вот такую беленькую. Прикрепляем на один бок. Вот. Вот, что у нас получилось. А берем такую же белую, но крепим ее на другую сторону. Потом берем такую синюю деталь, крепим вот так вот. И типа это будет голова. Смотрите. А потом берем вот такую серенькую деталь. Вот такую. И крепим ее вот так вот на голову. Вы думаете, это типа глаза? Нет. Это будет туда крепиться рисовочка, типа паутина на маске. Берем вот такую серенькую деталь. Ставим ее между двух рук. Берем такую же серенькую деталь, крепим снизу на нее. Он уже у нас получился человечек, но еще мы ему сделаем ступни. Ну, берем вот такую вот деталь. Ой, простите. Простите, я сейчас отсюда одну деталь прикреплю. Нужна вот такая деталь, прикрепляем ее сюда. Простите, у меня еще указывалось. И крепим ступни. Вот. И берем вот такую вот деталь. Захватчик такой. Это будет рука, и он из нее будет стрелять паутину. Берем вот такой вот пистолетик. И туда вставляем прицел. Так, ставлю. И крепим его на вот эту руку. Вот. А потом берем вот такую деталь. Ну, у меня она уже прикрепленная, а у вас нет, поэтому прикрепите. И потом вот так вот и вот так. Вот, какой у нас вон получился. Вот, можно стрелять. Смотрите. Вот. Всем пока, вы были на канале Спайда Азат. Жмите на колокольчик, кнопочка внизу.